В Ленске в этом году выпал большой объем снежных осадков. Многим учреждениям приходится прибегать к специальной технике. Так сделали и в реабилитационном центре. Территорию объекта замело снегом, а убрать оказалось некому. Какие приняты были меры? Сюжет из Ленска. Солнечный день. Техника предприятия «Газпром Трансгаз Томск» вышла на уборку территории реабилитационного центра от снега. Большие горы уже утрамбованного снега начали бурно таять, и вода полилась в подвальные помещения. Вот за короткое время получилось организоваться. Запланировали, прибыли вот, порядка 20 человек будет задействовано в этом мероприятии и 3 единицы техники. Вот на следующий год планируем это мероприятие провести немного ранее, чтобы не дожидаться паводкового периода. Вооружившись лопатами, на помощь технике вышли и работники предприятия. Надо сказать, что прибыли они в довольно большом составе. Благодаря этому работа шла быстрыми темпами. Помощникам было поручено убирать снег в труднодоступных местах. За 2 часа работы была убрана вся территория центра. Вывезено более 20 машин снега. Реабилитационный центр у предприятия находится под шестом, поэтому помощь оказывается им постоянная. Дарит подарки на 1 сентября, канцтовары, на Новый год сладкие подарки семьям, оставшимся в трудной жизненной ситуации. Хочется выразить благодарность, так как у нас здание новое, «Газпром Томск» сделал на гараже кровлю. По словам Дениса Махтахова, помогать своим подопечным они будут и дальше. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск.